Пропал без следа. В Хэнчхэштах со вчерашнего дня не могут найти 6-летнего мальчика. Его всю ночь искали родители, другие родственники, полицейские, спасатели и волонтеры. В общей сложности десятки человек. Пресс-секретарь инспектората полиции Хэнчхэшт заявила, что поисковые группы прочесали весь город, лесополосы и поля. Задействовали и двух служебных собак пограничной полиции. Ясно, камертим, ну, войбит санцевой, дафиц майтем, атыт кэт купивиля кэт шпаужи. Дацми парцем, я ну что, он антлей глупи, да? Последний раз мальчика видели во вторник около полудня. Он сидел дома с братьями, родители в это время были на работе. Ребенок находился дома со старшими братьями, им 12 и 14 лет. Мальчик пропал, пока они делали уроки. Поиски продолжаются и сейчас. Мэр Хэнчхэшт Александр Ботнар заявил для нас, что по некоторым данным ребенка увезли на машине неизвестные. Кто-то посадил его в свою машину и поехал в сторону Лаганешт. Постараемся задействовать мэрии окрестных сел. Хотим провести заседание с представителями комиссариата полиции и ассоциации охотников, попробовать что-нибудь еще. Возле дороги в Лаганеште на окраине города находится дом мальчика. В то же время в полиции Хэнчхэшт не рассматривают версию о похищении как основную. Когда мальчик ушел из дома, он был одет в желтую футболку и зеленые штаны. Если вам что-либо известно о том, где он находится, сообщите об этом в службу 112.